сегодняшней передачи, уже перед началом, перед тем, как мы сейчас будем играть и говорить с Алексеем Ботвиновым, я уже испытываю чувство радости за тех, кто не слышал этой прелюдии Шопена, и кого ждет один из самых больших сюрпризов, который только может гениальная музыка предложить слушателю. И вот, знаете, у меня когда-то под впечатлением этой прелюдии Шопена, прелюдии «Ре бемоль мажор», прелюдии номер 15 из 24 прелюдий Фредерика Шопена, у меня появилось такое неожиданное стихотворение. Это все стихи далекого детства, когда мне было 14-15 лет, и мне ценно это тем, что я тогда воспринимал музыку совсем незамутненным сознанием. Это было первое впечатление от потрясения от каждого произведения. Это были старые проигрыватели, старые пластинки, шипящие, свистящие. Но это мне намного ценнее сегодня, вот этот шип и свист детства из пластинок, чем современные самые суперзаписывающие устройства. Поэтому я бы чаще всего, если бы использовал часто на радио какие-то записи, то я бы стоял не эти современные лазерные диски, а чтобы музыка шла сквозь такой вселенский шип и свист. Вообще, как ты относишься к пластинкам, старым граммофонным пластинкам? Ну, мне кажется, что они звучат, может быть, даже и лучше как-то, естественнее где-то. Правда, что музыка живее? Потому что она что-то потеряла в этих лазерных дисках. Да, появилась вот частота, но что-то немножечко утеряно. Ну, может быть, не знаю, может, это психологически, но мне кажется, утеряна какая-то естественность. Поэтому у меня дома... И дома, и на даче есть старые проигрыватели, то есть не старые, современные проигрыватели. Я собрал огромную когда-то фонотеку вот этих пластинок. И я, если взять, сколько я слушаю записи пластинок и CD, то я больше слушаю пластинки, знаешь? Я тебя прекрасно понимаю. Даже то, что у меня есть в CD уже, скажем, Гиллель сыграет 2 концерта Брамса, у меня есть в CD. Вот это уникальное его исполнение, грандиозное, да? А я его слушаю на этих старых пластинках, они уже пощелкивают, они уже такие пыльные, что эту пыль не вытереть, ничего. Но, тем не менее, вот что-то там есть такое живое, вот в этой самой пластмассе, в этом материале, в этой игле, которая вытаскивает, что-то такое духовное. Может быть, это действительно человек, который... Большая часть жизни, которая пришла при пластинках, судит так. Но вот действительно, возвращаясь к этому, я хочу сказать, что впечатление от той прелюдии, которую вы сейчас услышите, для меня было настолько огромное, настолько непередаваемое и невероятное, что я и сегодня мысленно содрогаюсь перед тем, как услышать ее, и даже перед тем, как сейчас Алексей ее будет играть. Вот я вам просто прочту одно стихотворение, которое, может быть, будет для вас ключом к этой прелюдии, хотя это мое субъективное восприятие. Такое странное стихотворение очень. «С травинкой споря я узнал, что у светила есть казна, и в этом мире много значит, когда наступит день отдачи. Как лед лишь прикрывает воду, так занавески небосвода интимно голубого тона скрывают ужас пред бездонным. Но мы ресницы, в нас слезится зрачок непоправимо хрупкий, и ночь, в которой нам не спится, как пепел выкуренной трубки». Стихотворение я сейчас воспринимаю как неровное, но зачем этот пепел трубки? Но вот эти строчки, там, где как лед лишь прикрывает воду, так занавески небосвода интимно голубого тона скрывают ужас пред бездонным. И вот когда сейчас Алексей начнет играть эту прелюдию, может быть, даже я и не хочу прерывать, хочу, чтобы он, может быть, сыграл ее целиком, а потом попробуем еще раз понять, что с нами произошло. Я не знаю больше музыки, которая была бы как заявка настолько безмятежна, настолько проста, настолько как бы не по-шопеновски гениальна, ну ничего нет, если бы он продолжил то, что, с чего он начал в первых тактах, ну, был бы очень милый итальянско-польско-французский вообще пейзаж. Да? Но то, что Шопен делает потом... Это непередаваемо. И вдруг выясняется, что этот простейший аккомпанемент этой простейшей мелодии перерастает. Ой, давайте послушаем. Итак, внимание. Для тех, кто никогда не слышал, максимум внимания. Для тех, кто много раз слышал. Ну, послушайте о том, как занавески небосвода скрывают ужас пред бездонным. Thank you.
Как ты сам относишься к этой прелюдии? Ну, это одно из моих любимых произведений. Одно из, действительно, вот в детстве одно из самых любимых и самых сильных впечатлений было от музыки вообще, вот от этой прелюдии. Приблизительно как и у тебя. Ты знаешь, я вот каждый раз с содроганием слушаю и вижу, как вот это вот первое вещество, да, лейбницовский оперон, превращается в гигантскую вселенскую систему, структуру, как происходит чуть не, простите, астрофизики, чуть не вспышка сверхновой, потому что совершить такое. Вот смотри, начало мелодии, вот согласись со мной, оно как бы банально. Вот если бы развить вот эту вот первый мотив, первую фразу, то это какой-то такой итальянизированная мелодия, такая вот она. Всякие там жермоны, да, ты забыл свой край родной, вернись в Прованс родной, там, Альфред и все прочее, да. Но вот уже дальше в развитии этой мелодии вдруг обнаруживаются такие невероятные шопеновские мелодические возможности. Вот покажи, как вот достаточно банальная мелодия дальше переходит вот, вот это безумие, чисто шопеновское чудо, когда мелодия еще продолжается, и вот эта вот линия пам-пам-пам-пам, пульс вот этот, да, развивается. Но на фоне пульса уже чувствуется, что это не простая прелюдия, что она сейчас вырастет во что-то совершенно сумасшедшее, во что-то невероятное, в какие-то гигантские набаты, колокольчики. Вот, знаешь, у гениального литовского художника и композитора Миколая Константиноса Черлёниса есть такой цикл. Ты же, как знаток живописи, наверное, помнишь, да, похороны. Да-да-да. Помнишь, да? Вот похороны. Цикл из, по-моему, ой, сейчас забыл, по-моему, 13 картин. И вот там гроб, колокола бьют. Огромное количество людей стекается, потом они идут в гору, какую-то несут этот гроб, и в виде ужа, а уж символ мудрости, все больше и больше народу, солнце закатывается, да-да, заходит, мы видим отдельно вот эти вот лица, вот эти, не лица, простите, а фигуры эти монашески одетые, да, и это разрастается до вселенских похорон, как будто бы хоронят цивилизацию, все, и вдруг последняя картинка, пустая лавка, и только одна из этих миллионов фигур стоит перед пустой лавкой и видит, что на лавке теперь никто не сидит, вот здесь сидел тот, кого похоронили. То есть сначала вот эти похороны разрастаются в уровень космогонического, то есть речь идет о вселенских похоронах, погребении, о смерти цивилизации вообще гигантских, да, и вдруг, и вот опять та же идея, да, что смерть вот этого человека – это смерть цивилизации, потому что вот целая цепь гигантских развитий прервалась, остановилась вот здесь сейчас. И его нет. Так же, как нет Вселенной. Для него нет Вселенной. Для Вселенной нет его. А макро- и микромир едины, как говорит Кузанский. Да? И вот здесь я наблюдаю эту ситуацию. То есть попытка через музыку сказать что-то такое, что никакими словами, никакими философскими категориями не выговоришь. Вот поиграй кусочек вот банального, в кавычках, банального, ну, страшное слово, начало. И потом, как Шопен эту мелодию развивает, до чего она доходит, какой она становится невероятной, пластичной, драматичной. Никто ничего не ожидает. Повтор. И вдруг на это способен только Шопен, то, что сейчас будет происходить. Отсюда весь Рахманинов потом выйдет, да? Да, вот, вот это типичная модуляция, да. Да, вот, но это рахманиновское, это будущее, помоги. Безусловно. Да, да. И смотри еще, если взять только вот этот аккомпанемент, да, линию пульса. Пам-пам-пам-пам. Ну, вот обрати внимание, ты говоришь, что начало такое, как бы ничего не предвещает. Но вот этот пульс постоянно, вот он и предвещает. Ведь смотри, можно было бы эту же самую мелодию заложить в типичном таком шопеновском ноктюрновом плане с таким аккомпанементом. Попробуй. Да, да. Более... Покажи для сравнения на какой-нибудь ноктюрн.
пожалуй, для того, чтобы эта мелодия парила в этой же самой тональности, имеет смысл провести какой-то такой вот... такой аккомпанемент. Да еще типично шопеновский, да. С воздухом внутри, да, такой, да. Воздушный. Конечно, и тогда она парит как бы над этим всем. А здесь что мы имеем? Эта мелодия тоже такая, допустим, ноктюрного плана. Да, ноктюрного. Но что происходит в аккомпанементе? То есть вот это и создает вот эту вот тревогу, которая где-то совершенно на заднем плане, но она присутствует. Но если не знать дальнейшего развития, то на нее не обратишь внимания. Даже, конечно. Даже немножко досадно, что Шопен действительно не использовал ноктюрного аккомпанемент, и тогда бы мелодия ожила, а то она сама по себе достаточно проста, и еще к тому же постоянно как бы долбящий звук. Который... Долбящий. Так вот, то, что происходит потом, выясняется, почему он так сделал. Ну да, да. То есть он уже в самом начале, как творец, знает, что этот странно долбящий аккомпанирующий звук превратится в гигантский. Гигантские набаты невероятные. Но вот что мне еще интересно, как это происходит, вот как происходит этот переход. Вот покажи, как вдруг долбящий звук становится основой и появляется новый образ. И, кстати, здесь мы уже опять приходим к подготовке к той самой прелюдии, которую мы играли в прошлой передаче, до минорной. Пам-пам-пам-па-пам. То есть здесь же появляется вот этот ритм, да? Вот, вот сыграй его. А теперь прямо доминорную прелюдию. Да, вот эта шопеновская формула «да будет» – это формула борьбы с каким-то гигантским напором, с каким-то страшным злом, с чем-то таким, да, и стремление победить. И вот покажи, как вот этот вот долбящий мотив неожиданно переходит в соль диез, вот в этот... Вот это вот, когда ля бемоль официально, да, становится соль диезом, и вдруг выясняется, что все совсем не так. Как только он становится соль диезом, понимаешь, вот есть такое замечательное... Маска снята. Да, да, да. Вот есть такое замечательное произведение у одного советского фантаста, когда книга состоит из двух частей. В первой части, самая большая часть, мы читаем книгу о том, как какие-то иноземные цивилизации уничтожают людей на планете Земля. И мы болеем за людей на планете Земля, и нам страшно, что они все время пропадают и пропадают и пропадают. И вот мы заканчиваем читать эту огромную первую часть, это книга Гуляковского, значит, заканчиваем читать эту огромную первую часть, по-моему, на 300 страниц, а потом есть еще маленькая вторая часть, несколько страниц, в которых оказывается все наоборот. Что вот те, кого мы считали врагами, они спасают земную цивилизацию, они спасают лучших представителей, потому что Земля должна погибнуть. Понимаешь, то есть там мы переживаем за каждого пропавшего, а тут мы думаем, Господи, почему им так много мы мешали? Почему мы им мешали забирать, 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 чтобы перенести эту цивилизацию? Вообще потрясающая идея, да? Или, скажем, у Набокова есть такой рассказ «Терра инкогнита». Его вот начинаешь читать, прочел, он небольшой, всего на трех страничках. Закончил читать и ничего не понял. Начинаешь читать сначала, еще раз, и все понимаешь. Это уже ясно. И вот когда мне еще дали когда-то в перепечатке, в сам издате, в советские годы, и дали почитать на одну ночь, я прочитал, а потом меня спросили, читал? Я говорю, читал. Понял? Я говорю, понял. А сколько раз читал? Я говорю, два. Ну, молодец. Говорит, конечно, два. Там так устроено все, что если один раз прочтешь, значит, извини, ну, глупый. Значит, не понимаешь литературу. Значит, потому что если не начнешь перечитывать... Ничего не получится. За вторым разом все ясно в результате того, что ты прочитал последние фразы, последние предложения. Это гениальный вообще способ, да? В литературе попытка сделать то, что давно существует в музыке. Вот оно, вот это. Да? И вдруг оно называется уже не ля бемолем, а соль диезом, энгармоническая замена, и меняется все. Все иллюзии спадают. Вдруг выясняется, что это, оказывается, был пульс вот человека, который может умереть.
И вот что этот пульс продолжает биться, но это уже пульс больной, это уже пульс страшный. И вот особенно здесь, когда начинается вот эти, то, что потом повлияет на Чайковского в последней части, последней симфонии, вот эти секунды, у меня четкая ассоциация с финалом патетического Чайковского. Конечно, конечно. Да? Вот поиграя вот это вот место, тут такое творится. Алексей, а еще один сюрприз. Если ты возьмешь и сыграешь только верхний голос вот здесь, вот только как будто бы мелодию. Тот же самый звук. Это же безумие, понимаешь? То есть там в различных ритмических расширениях и увеличениях все время идут пульсы. Значит, это уже не один пульс, который вот здесь пульсирует. Но параллельно в два раза медленнее в самой верхней строчке, в верхнем голосе он пульсирует. Да, смотри, смотри, да. Вот этот один. Да, а еще одно убийство. Теперь поиграй один из... Смотри, здесь голосов-то шесть. Сыграй вот этот теперь второй снизу. Сыграй только второй снизу. Да, да, вот он. Ну, кто еще на земле это мог бы сделать, а? Да, это просто невероятно. Это равно Баху только. Конечно. Это баховское мышление на совершенно новой почве, в другие времена, в других условиях. Но вот если сыграть действительно теперь вот весь этот эпизод, еще раз, с этой точки зрения, то тут пульс, не совпадающий с, значит, шестой голос, нижний, не совпадает с первым вверху, но ритмически замедлен, да? И в это же время продолжается пульсация в голосе номер три. То есть там вот так пам-пам-пам-пам, другой па-пам-пам-пам, а третий пам-пам-пам-пам. Смотри, что получается. Или вот здесь, а здесь? Это же еще убийственнее. Похоронный набат. Да, да, да. То есть здесь столько образов этого пульса, он окружен таким количеством. Вот мы опять возвращаемся к разговору о прелюдии ми-минор в прошлой нашей передаче, да? Где на одно и то же си каждый раз приходятся новые звуки аккордов. Да, вот. Вот оно, второе. Третье. Четвертое. Пятое. Вот это же тоже безумие. Окружение одного звука такими состояниями, что оно от мягкости, нежности, печали, грусти, любви к страху, к ужасу, к смятению, к потрясению, к диссонансу, к консонансу. И вот здесь мы встречаем то же самое. Вообще, это мастерство использования гармонии у Шопена просто невиданное. Да, да. И я даже не знаю, с кем его сравнить. Да, в том-то и дело. Я даже не знаю, есть ли еще аналогии и что можно еще придумать в этой области. Особенно, если заговорить о том, как в течение одной секунды происходит переход назад к этому первоначальному образу. Вот я такого тоже не знаю. Как из тональности вот этих, где 4 диеза, перейти назад в тональность к 5 бемолям, сделать это абсолютно естественно, и все пропадает как мираж, как будто бы не было этого похорон. Да, совершенно верно. Да? И более того, Шопен становится таким мягким, нежным, изысканным. И эта тема, которая казалась так простая, опять же, повторяю слово, банально, до всего, что произошло, вдруг становится откровением свыше. Она становится катарсисом, она становится баховским хоралом, она очищается. И совершенно другой взгляд на нее. То есть, абсолютно. Вот, да, в этом да, и... да. Вот это если тайна. Сыграешь последние вот эти бесконечные соль диезы, пульсирующие, и, внимание особое, сейчас вот
Одна секунда, и вам не поверится, не поверите своим ушам, что может делать гений. Сейчас будет делать в этом случае в репризе. Вот. Катарсис. Да. И вдруг особенно эта неожиданность, что дальше. Вот сейчас. Одинокий голос человека был. Да, да, да. Причем так неожиданно. Причем знаешь, что неожиданно? Еще, что Шопен поставил форте и акцент. Ведь... Если бы не было форте-акцента, попробуй сыграть, что было бы вот отсюда. Получился бы просто речитатив, как бы переход от одной группы да, до другой. Не было бы никакого акцента. Здесь вдруг какой-то неожиданный выкрик, да? Какой-то неожиданный выкрик, какой-то... И все. Это как бы воспоминания, как бы остатки вот того. Там-пам-пам, да? Вдруг. И такое бетховенское утешение, как Бетховен любит иногда, да? После всего... Ну что ж, я думаю, что теперь вам не остается ничего другого сделать, как немедленно отправляться в магазины или рыться в интернете, потому что это должно быть на слуху. Это одна из сильнейших медикаментозных лечебных средств против депрессии. Вот как впасть. То есть, вот понимаете, в чем идея? Идея того, что гении, они чему нас учат, да? Они обладают такой энергетикой, при которой человек перестает бояться смерти, бояться болезни, бояться неудач. То есть, вся вот эта музыка сегодня, когда мы так много говорим о кризисе, она выполняет антикризисную роль. То есть, она моделирует кризис музыки и потом показывает, как легко с этим совсем расправиться, как от этого уйти. Вот почему сегодня так важно обратиться к великой музыке, к подлинной музыке. Которая собрала и вобрала в себя всю энергию, сконцентрировала и конденсировала энергию Вселенной.